На набережной в Санкт-Петербурге пьяный водитель сжег свой мопед. Он сделал это на глазах у полицейских. По всей видимости, действовал мужчина по принципу «так не доставайся же ты никому». Дело в том, что немногим раньше байк попал в небольшую аварию. Его должны были эвакуировать на штрафстоянку. Но водитель решил, что лучше остаться совсем без мопеда, чем так просто сдаться. Полицейские пытались остановить мужчину, но безрезультатно. Мопед сгорел, и поджигателю теперь грозит лишение водительских прав. И это очень не кстати. Вообще мужчина работает дальнобойщиком, а на мопед пересел просто ради удовольствия.